Всем привет! В сегодняшнем видеоуроке я вам покажу, как связать вот такую вот шапочку крючком дракончика. Вот такие вот, как вы видите, сзади у него торчащие горбики, рожки, в общем, или как оно там называется. В общем, вот такая вот мордашка замечательная. Язычок я сделала из фетра. Хотите, можете сделать такой полукружочек, связать. То есть, хотите, можете, в общем, без язычка. Довольно-таки милашка получается. В принципе, я вязала вот этого дракончика на мальчика. Хотите, можете добавить какой-то цветочек, либо сделать просто другим цветом, сделать вот такого замечательного миленького дракончика для девочки. Размеры его в обхвате головы 49, где-то 51, она еще немножечко так вот тянется, так сказать, на голову плотно будет прилегать. Она без таких вот дырочек, то есть все довольно-таки плотненько, связано столбиками без накида. И высоту эта шапочка 18 сантиметров. Я думаю, что она подойдет, в принципе, для ребенка даже, наверное, до 2,5 лет, то есть годовалого, до 2,5 лет по размерам своим. В принципе, все, конечно же, зависит от пряжи, которую вы будете вязать, толщины и, соответственно, толщины крючка. А там смотрите сами. Если вы хотите связать побольше шапочку такого типа, то когда мы будем прибавление делать вот на дно шапочки, то вам придется сделать дно более шире, то есть побольше прибавочек. Точно так же и высоту, когда мы будем провязывать, ее нужно будет провязать, соответственно, больше. Ну, допустим, не 18, а 20, там 21 сантиметр, в общем, какую вам нужно. Итак, в общем, если вам понравилось, присоединяйтесь. Для вязания вам понадобится пряжа. Я взяла Alizela на Gold, не 240 грамм в 100 метрах, голубого цвета. Также вам понадобится белый немного цвета и черного для глазок. Также в качестве основного крючка я взяла четверочку номер. Буду вязать ей основу шапочки. И если у вас немножечко тоньше пряжа, чем основная ниточка, то, соответственно, крючок тоже понадобится тоньше. Если такая же, то достаточно будет одного крупного крючка. И ножнички для обрезания кончиков. Также нам понадобится ваше хорошее настроение. Берем ниточку основного цвета шапочки, крючок, который побольше, и делаем кольцо амигуруми. Далее закрепляем. И в колечко набираем 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Далее стягиваем наше колечко и во втором ряду будем делать в каждую петелечку прибавку, то есть по 2 столбика без накида. Итак, в первую петлю первый столбик, второй столбик, во вторую петлю первый столбик, второй столбик, в третью петлю первый столбик, второй столбик, четвертую петлю первый столбик, второй столбик сюда же, пятая петля первый столбик, второй столбик, шестая петля первый столбик, второй столбик. Провязали второй ряд, теперь третий ряд. Будем чередовать столбик без накида, прибавка, столбик без накида, прибавка. Я вам советую взять ниточку другого любого цвета, такую вот небольшую в качестве маркера, и поставить ее в начало ряда. С этой ниточкой вам будет потом просто вязать. То есть, чтобы не считать, мы просто отметим начало ряда и будем чередовать. Теперь провязываем следующий ряд. Столбик без накида, прибавочка, то есть 2 столбика без накида. Снова столбик без накида, следующую петелечку прибавочка, 2 столбика без накида. И чтобы теперь, как вы видите, не считать, мы просто будем провязывать, чередуя столбик без накида, прибавочка, столбик без накида, прибавочка, не считая. И так до конца ряда. Столбик без накида, прибавочка. Довязали до конца ряда, а теперь будем чередовать 2 столбика без накида в каждую петлю по столбику, следующую прибавочка, 2 столбика без накида. И так до конца ряда. Столбик, столбик, прибавочка, 2 столбика в одну петелечку. Снова столбик, столбик и 2 столбика в одну петелечку. Одну и сюда же вторую.
один столбик, второй столбик, два столбика в одну петелечку. Провязали последнюю прибавочку и теперь снова положили в начало ряда наш кусочек ниточки маркер. И теперь будем чередовать 3 столбика без накида, прибавочка. Прибавочка значит 2 столбика без накида в одну петелечку. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, прибавочка. Первый столбик и сюда же второй столбик. Снова первый столбик, второй столбик, третий столбик, прибавочка. Один столбик и сюда же второй столбик. И так до конца ряда. Снова довязали ряд до конца. Маркер ставим в начало ряда. И теперь чередуем 4 столбика без накида, прибавочка. 4 столбика без накида, прибавочка. Итак, четвертый столбик. Прибавочка значит 2 столбика в одну петелечку. Итак, первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый, пятый прибавочка, 2 столбика без накида в одну петлю. Снова 1 столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятую петелечку. 2 столбика без накида. Довязали ряд до конца. А теперь чередуем 5 столбиков без накида, прибавочка. 2 столбика без накида в одну петелечку. Итак, провязываем. Сейчас я довязываю пятую и в шестую делаю прибавочку. Снова 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, 4 столбик, 5. А в шестой делаем 2 столбика без накида в одну петлю. Снова первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый, пятый. А в шестой делаем прибавочку. Первый столбик и сюда же второй столбик. Снова первый столбик, второй столбик, третий, четвертый. Пятый и в шестой делаем прибавочку. Как вы заметили, мы в каждом ряду прибавляем по 6 петелечек, чередуя сначала столбик без накида прибавка, затем 2 столбика без накида прибавка, 3 столбика без накида прибавка, 4 без накида прибавка, 5 без накида прибавка. И так мы будем прибавлять, делая круг, диаметр донышка. Довязали предыдущий ряд, теперь восьмой ряд провязываем следующим образом. Вяжем 6 столбиков без накида, прибавка. 6 столбиков без накида, прибавка. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В седьмой делаем прибавочку. Провязываем 2 столбика без накида в одну петелечку. И снова 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 это прибавочка в одну петелечку. Далее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в одну петелечку это прибавочка. Итак, провязываем до конца ряда. Провязали ряд до конца и теперь будем чередовать 7 столбиков без накида, в восьмой будем делать прибавочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем прибавочку 8 и 9, 2 столбика в одну петлю. Снова 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 провязываем в одну петелечку и ряд довязываем до конца. Снова довязали ряд до конца, перенесли маркер и будем чередовать, снова делая прибавочки, 8 столбиков без накида в каждую петелечку по столбику без накида и в 9 делать прибавочку. Итак, провязываем 8 столбиков, 7
8. И в девятый делаем прибавочку. Один столбик и второй столбик. Снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. В девятый делаем прибавочку. Итак, чередуем 8 столбиков без накида, прибавка до конца ряда. Итак, довязали ряд до конца. И теперь чередуем 9 столбиков без накида, прибавка. 9 столбиков без накида в каждую петелечку по столбику. И прибавка 2 столбика без накида в одну петелечку. Итак, вяжем 9 столбиков. 9. И прибавочка в 10 вяжем 10 и 11. Снова 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. В 10 делаем прибавочку 10 и 11 в одну петлю. И так провязываем до конца ряда. Довязали ряд до конца, переносим маркер и снова будем делать прибавление. Теперь уже будем делать так. Столбики без накида 10 провязываем и в 11 делать прибавление. Итак, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 провязываем в одну петлю. Снова чередуем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12 в одну петелечку. Итак, до конца ряда 10 столбиков без накида, прибавочка. 10 столбиков без накида, прибавочка. Теперь снова ставим маркер и будем чередовать 11 столбиков без накида, прибавка. 11 столбиков без накида, прибавка. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. В 12 делаем прибавку. 12 столбик без накида и 13. Снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11 и прибавочка. Так до конца ряда. Довязав 13 ряд до конца, 14 ряд мы провяжем просто в каждую петелечку по столбику без накида. Без прибавлений каких-либо изменений. Просто в каждую петелечку по столбику без накида. И так до конца ряда. Мы довязали до конца ряд столбиками, а теперь снова делаем прибавочки. Будем чередовать 12 столбиков без накида, прибавка. 12 столбиков без накида, прибавка. Итак, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 прибавочка, 13 и 14 столбик в одну петлю. Теперь снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 и 14 столбик в одну петелечку. Двумя столбиками без накида провязываем прибавочку. И так до конца ряда. Довязали ряд и теперь снова перетаскиваем маркер в начало ряда, нашу ниточку. И снова этот ряд вяжем столбики без накида в каждую петельку по столбику. Без прибавлений до конца ряда. Довязали до конца.
Ставим маркер в начало ряда и теперь будем чередовать снова прибавки делать через 13 столбиков прибавка. То есть вяжем 13 столбиков без накида, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. Теперь прибавочка 2 столбика без накида в одну петелечку. Теперь снова чередуем 13 столбиков без накида в каждую петелечку по столбику и прибавочка 2 столбика без накида в одну петелечку провязываем и так до конца ряда. Довязали ряд до конца и теперь 18 ряд провязываем снова столбики без накида. Каждую петелечку провязываем по столбику, без прибавления до конца ряда. Довязали 18 ряд до конца, 19 продолжаем, как и 18, в каждую петелечку провязываем по столбику без накида. Таким образом, нам нужно столбиками без накида провязать высоту шапочки. Обычно детская шапочка это где-то сантиметров 18 в глубину. В общем, в принципе, если вы вяжете на определенный размер, то есть на определенного ребеночка, я вам советую померить шапочку на непосредственно ребеночке. То есть вы, допустим, сейчас провяжете сантиметриков, ну, к примеру, еще 5 сантиметриков и посмотрите, померяете, сколько вам нужно довязать рядочков. Если же вы, к примеру, вяжете, хотите побольше размерчик, чем который я указывала в начале, то я вам советую после 18 провязанного ряда 19 провязать еще раз с прибавками. То есть мы с вами закончили прибавлять нам, сейчас скажу, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, да? То есть сейчас бы вы чередовали 14 столбиков без накида прибавка, 14 столбиков без накида прибавка. И затем провязывали после того ряда, прибавляли еще после того ряда прибавок, делали бы столбики без накида последующие ряды. Если же вам достаточно этого размера, то продолжайте, как я начинаю с 19 ряда, уже вязать полноценные столбики без накида. В общем, провязываем сейчас высоту шапочки, которая нам нужна, и тогда продолжаем. Довязали 18 ряд и поставили маркер в начало ряда, нашу ниточку, кусочек. И теперь смотрите, если же вам нужен размер шапочки немножечко больше, то в этом ряду вам нужно будет делать снова 6 прибавочек. То есть чередовать 14 столбиков без накида прибавка, 14 столбиков без накида прибавка. Если же вам достаточно этого размера, то сейчас, начиная с 19 ряда, продолжаете вязать как 18, то есть в каждую петелечку по столбику без накида. И теперь мы, скажем так, набрали нужную глубину донышка, и нам осталось теперь провязать нужную высоту шапочки. Высоту шапочку, в принципе, для ребеночка достаточно сантиметриков 17,5-18, потому что она еще будет с ушками. Если же вы вяжете на определенный размер ребеночка, ну, к примеру, там, допустим, своему сыну либо дочечке, то вам нужно будет сейчас померить. Ну, то есть вы провяжете сантиметриков 5-6 и померяете, то есть сколько вам еще нужно довязать высоты. Но это если вам нужно определенный размер на ребенка. В общем, вяжем высоту нашей шапочки, продолжаем столбиками без накида, без прибавления. И до встречи во второй части, где мы продолжим вязать нашу шапочку.